Всем привет, с вами Назар, и сегодня у нас на обзоре новинка от фабрики Huayu, а именно RML1675. Это универсальный пульт для телевизоров LCD и LED-телевизоров Sony. Этот пульт подходит только к телевизорам Sony, будьте внимательны. Стандартная коробка от фабрики Huayu, что позволяет пульту быть защищенным от пыли, влаги и, естественно, мелких ударов. Также, что на обороте пульта производитель указывает модельный ряд, на который модели этот пульт подходит. Но если вы эту свою модель не нашли среди этого списка, не огорчайтесь. Весь модельный ряд невозможно написать здесь, потому что будет список очень длинным. Так что будьте уверены, что если у вас LED либо LCD телевизор от производителя Sony, этот пульт вам подойдет. Так что давайте откроем его поскорее и посмотрим на пульт поближе. Новый дизайн пульта Sony. Сразу что падает в глаза, это матовый корпус. Очень хорошо смотрится. Также высокого качества кнопки при нажатии не издают ни звука. Выделяются очень сильно кнопки. Это Google Play, Netflix и YouTube. Но хочу заметить, что если телевизор не поддерживает данные функции, они у вас просто не будут работать. То есть весь функционал будет работать, кроме этих кнопок. Дизайн пульта очень классный. Они подошли к нему очень тщательно. То есть задняя крышка пульта сделана такая ребристой. Открывается она легким нажатием. То есть нажимаете, протягиваете вниз. Вот такая большая крышка. Сделана весь пластик с ABS. Питает пульт две батарейки 3А. Здесь вставляются батарейки. Защелкивается. Все очень легко. И пульт готов к работе. Очень удобное в этом универсальном пульту — это то, что его не нужно настраивать. Достаточно вставить батарейки, и пульт сразу же готов к работе. Если у вас возникли какие-то вопросы по данному пульту, вы можете написать нам комментарии, либо же перейти на сайт pulty.ua и позвонить нашему менеджеру, он вас с радостью проконсультирует. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока!